не думал, что ты фотограф. Да нет, я поспорил, что сделаю пост, который наберет 1000 лайков. Считай, что победа уже у тебя в кармане. Тише, тише, сейчас я слезу. Давай посмотрим, что ты уже сфотографировал. Я на изи лайки собираю. Да, фотограф из тебя не очень. Нужен шок-контент. Будем делать рекорд по отжиманиям. 1000 лайков будет. И может потом тебя даже пригласят на мастер-класс в Преображенский кадетский корпус. Привели меня сюда звезды на погонах и гражданская моя позиция. Ориентироваться нужно на правильное гражданское отношение к тому, что сегодня происходит. Ответственность, взаимовыручка, где-то сострадание, умение защитить, умение защититься. Вот что в приоритете должно у молодежи быть. Для того, чтобы больше повысить у ребят интерес к спорту, к интересным событиям, мы проводим такие мастер-классы. Такие мероприятия, они очень важны для повышения мотивации ребят. Когда они видят перед глазами живую легенду, то каких высот может достичь человек в своей спортивной карьере, конечно же, это их здорово мотивирует для занятия. А у нас в кадетском корпусе такие возможности есть. Мне очень понравилось, потому что к нам приехали в школу, потому что человек не пожалел своего времени. Чемпион России показывал нам различные фокусы с надуванием грелки, рванием книг, поднимали вместе штангу. Но очень интересно было. Его надо верить до конца, до того. Даже если у них что-то не получится. Я зарядился от него эмоциями, удивился, какой он сильный. Я попросил у него сегодня грелку, которую он сам и надул, и разорвал. Чтоб осталось на память, чтоб, когда я вырасту, вспоминать эмоции из кадетского корпуса. Добро делает выше, культурнее, ответственнее. Я хочу, чтобы не на меня не равнялись, а на конкретные ориентиры, извечные ориентиры сильного государства. Восемнадцать, 19, 20 и 20. И давай последний. И 20. Считал, это рекорд. Не совсем, но точно больше 20. Я просто плохо размялся, да и рука болит. Не переживай, ты же не... Перпетум мобиле. Перпетум чего? Перпетум мобиле. Это с латинского «вечный двигатель». Многие ученые пытались его создать, но пока что безуспешно. Ну, этот, как его? Перпетум мобиле. Вот именно, вечный двигатель – дело сложное. А в машиностроении двигатели делают на ура. Смотри! Мы находимся на площадке Московского индустриального колледжа Центра технологий транспорта. На нашей площадке обучаются студенты по трем специальностям: ремонт и обслуживание двигателей, системы и агрегатов автомобилей. Вторая специальность – это сервис на воздушном транспорте. И третья специальность – это мастер по ремонту автомобилей. В данной лаборатории ребята разбирают двигатели, дефектуют их инструментально, смотрят, из чего каждый узел у нас состоит, какие неисправности могут возникнуть в процессе эксплуатации двигателя. На каждом у нас участке установлены информационные стенды. Сделано это для того, чтобы, ну, во-первых, как подсказка они посмотрели, во-вторых, любой специалист должен знать техническую литературу и грамотно с ней общаться, быть с ней на «ты». Я выбрал специальность техническое обслуживание, потому что она интересна и востребована на рынке труда. Я уже много чего умею и знаю, и все это благодаря мастерам колледжа и практическим занятиям в мастерских. Хочу в будущем стать автопромышленником, но на данный момент я набираюсь опытом, чтобы в дальнейшем развивать данную отрасль своей страны. Мы с вами находимся в лаборатории «Автосервис». В этой мастерской студенты проходят учебную практику, максимально приближенную к реальным условиям работы по дальнейшей их специальности. В нашем колледже находился довольно-таки старый образец УАЗ 69. Ребята заинтересовались и самостоятельно, в общем-то, вернули этот автомобиль к жизни. Привлекает меня вообще любой ремонт любого автомобиля, но конкретно этого – это прикоснуться к истории автостроения. Этот автомобиль был убитый, у него не было сцепления, был сопунящий мотор. Преподаватели нам помогли немного с запчастями, с эксплуатационными материалами. Поставили на него сцепление, двигатель другой, сделали проводку, покрасили. Есть такая небольшая мечта, чтобы этот
агрегат прокатился по Красной площади на 9 мая перед ветеранами, военными, чтобы они посмотрели, как мы сделали хороший автомобиль. Конечно, не перпетум мобиле. Зато, может быть, лайков наберем. Давай я тебя сфоткаю. Нет, не надо. Что-то не хочется. Давай пойдем по проверенному методу. Это как? Будем снимать смешные скетчи. Какой из меня стендапер? Да и сценария у нас нету. Не переживай. Сейчас научимся у ребят из школы 1679. Театр наш появился в 1993 году. В этом сезоне нашему театру исполняется уже 30 лет. Начали! В нашем театре, помимо актерских работ, также ребята пробуют свои силы как художник по свету, как звукорежиссер, также монтировщик, художник по костюмам. В то время как зритель видит спектакль как целостное произведение, для нас это очень интересный процесс того, как мы придумываем. В частности, что касается меня, это звуковое сопровождение. Мне очень нравится погружать зрителя в это представление, чтобы они очутились, прочувствовали все как есть. Здесь святая святых нашего театра. Здесь мы записываем голосовое сопровождение наших спектаклей. Спектакль «Маленькая Бя» родился в мае 2022 года. С этим спектаклем мы побывали уже на 4 фестивалях разного уровня, начиная с городского, заканчивая международным. Везде взяли лауреатство. Эта история учит нас тому, что все люди могут быть разными, и в этом есть свои плюсы. Играю я главную роль в спектакле «Маленькая Бя», то есть «Маленькая Баба-Яга», которая не такая, как все, в ее окружении. Громом, молнией рассвейтесь, и дождем скорей пролейтесь! Моя героиня не верит в сказки, но я верю в чудеса, ведь театр – это, ну, тоже некое чудо. Придумал что-нибудь? Нет, а ты? Тоже нет. А как ты лайки получаешь? Да, нахожу смешной мем и делаю репост. А зачем ты меня мучил? Ну, ты сложную фразу выучил. Что? Перпетум мобиле. Что? И крутые новости посмотрел. Что? Присылайте нам свои сюжеты, и мы покажем их в выпуске. А с вами были дежурные по классным новостям Федя, Арсений. Мне пора, пока.